Божественная. Есть такая премия в балете. Мне всегда казалось странным название, а теперь вижу, иногда других слов просто нет. Ну ладно тебе, Тоша. Я только проснулась, выгляжу ужасно. Спасибо. Божественная. Я пойду поставлю цветы. Да я на минутку. Я хотел извиниться, что не встретил тебя вчера. У меня форс-мажор нарисовался. Очень серьезный. Ну, конечно, я поняла. Если ты не приехал, значит, были причины. Но я тебе звонил, писал, ты не ответила. Наверное, спала. Пап, привет. Привет. Ладно, слушай, мне на работу сейчас нужно. Давай я освобожусь, позвоню тебе. Посидим, поболтаем, хоть поздороваемся по-человечески. Конечно. Созвонимся. Доброе утро, Степан Николаевич. Думаешь, добро? Пап, что случилось? Ты вчера не пришел. Жених девочки той беременной в поезде уехали. Нина. Нина. Погиб ночью. Она ему сына родила. Андрюшины. Я ему обещала. 40 дней доходили. Все. Не будет больше Никитиных на земле. Оборвался рот. Слушаю. Королёв Сергей Иванович. В дом-то позовёшь или как? Пожалуйста. Я многих знал. Вот Миша Сигаев работал у нас, погиб. Царство небесное. Ира Кузнецова, она теперь в Питере. На студии работает, кино снимает. Сережка. Серега, как же фамилия-то? Представляешь, фамилию забыл. Вальчиком у меня работал, тоже потом в город уехал. Сергей Иванович, вы зачем пришли? А вот Витя Пономарев. Мам Веру его тоже любила, как тебя. Говорила, Богом поцелованный. В темечко. Такой же дерзкий был. Я не дерзкий. Мне порядок нужно навести. Интерьеры пофоткать. По что? Пофотографировать. Поснимайте. Зачем? Хочу дом продать. Для сайта нужны фотографии. Но много ты за этот дом не выручишь. А мне много не надо. Так, в институт поступить, квартиру снять. На первое время хватит. А почему не в общагу? Я только из армии вернулся. Надоела казарма. А какой институт? Технологический. Ну хорошо, поступишь. Может быть, даже закончишь. А жить ты дальше как собираешься? Работу найду, как все. Моя мама говорила, все пойдут топиться, и ты с ними. Вам же детдомовским, кажется, от государства квартира положена. У нас много кому чего положено. Ты ведь во второте служил? Откуда вы знаете? Я, брат Куваев, все тут знаю. Как тебе такой вариант? Я беру тебя к себе работать шофером. Зарплата 40 тысяч. Ты поступаешь в институт, но заочно. На сессии буду отпускать. Спасибо, конечно, но вам-то это зачем? Забавный ты парень. Ну, во-первых, мне нужен шофер. А во-вторых, кое-кто за тебя просил. Кто? Мама Вера. Так, мол, и так.
Появится здесь в скорости некий Алексей Куваев. Мол, Сережа, помоги. Сережа, это я. Не знаю, может быть, для вас она была простой училкой. А здесь ее все очень любили и уважали. Мне она ничего не писала. Как-то странно получается. Она мне этот дом оставила, чтобы я отсюда уехал. А вас, значит, просила наоборот. К сожалению, родители любят своих детей больше, чем дети родителей. Как по-твоему? Не знаю, у меня нет родителей. Ладно. Раз желание мамы Веры не совпадает с твоими планами, удачи тебе. Вот мой мобильник. Передумаешь, звони. А дом хороший. Я бы на твоем месте не стал продавать. Пришел кто-то. Никого не хочу видеть. Иди посмотри. Королев. Бог нашего Андрюшеньку призвал. Знать, пора пришла. Похоронами займусь сам. Все расходы на мне, это не обсуждается. Самое главное, запомните. Пропасть вам не дам. На одной земле живем. Можно сказать, семья. Да какая теперь семья, Сергей Иванович? Нет больше семьи. Оборвался род. Почему же оборвался-то, Валентин? У вас вчера внук родился. Скоро из роддома забирать. Я этим тоже займусь. Ладно, пойду. Михалыч, не провожай. Перепеленали и спим. Ниночка, Нина, давай бери. Нин, ты давай-ка выходи из этой своей прострации. У тебя теперь лялька. Тебе о нем думать надо. Тетя, а где Андрей? Не может же быть, что ему не рассказали. Вот опять 25. Не знаю я никакого Андрея. Я тебе 100 раз говорила. Тетя Син, хватит врать. Правду скажите. Он женат? Ну, не томите, скажите, как есть. Уж лучше, чем так. Ты знаешь что? Ты чушью всякой голову себе не забивай. Пошлите узнать. Может, чего случилось? Вот эти. Опять снова здорово. Я тебе что, Роспосылторг? Я кого пошлю-то? Здесь-то свободы 15 километров. Тебе о ребенке думать надо. А ты о мужике думаешь.
чайку. Сказали ей, а? Не надо пока говорить. Ну, нехорошо как-то, Зинаида Васильевна. Но нам же еще с утра позвонили. А мы ее весь день в неведении держим. Умная такая. Пойди сама скажи. Надо отдыхать. Не умничай. Ой, Сереж, я ведь единственный шут в твоей свете. Правда, тебе больше никто не скажет. Ты вот злишься, что он слабый. Да, слабый. Но ведь это ты его подавил. И до сих пор подавляешь. А дочь твоя... Так, радио, выключи пластинку, а то я сам тебя сейчас выключу. Ты вот зимой свою Ленку привозил ко мне лечиться. Ей не надо лечиться, здоровая баба. Угу. Женский алкоголизм хуже гангрены. То хоть отрезать можно. Да нет там никакого алкоголизма. Мужик ей нужен, а не доктор. А все боятся тебя, потому что ты не только детей своих передавил, ты и всех вокруг передавил. Да, я такой, ты знаешь. Если б меня не боялись, меня уже давно черви жрали. Да, что вы говорите, Юрий Михайлович? Соскучились, значит. Понятно. Жена уехала, а ты по бабам. Ай-яй-яй, как нехорошо. Нет, 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 я не отказываю. Я подумаю. Подумаю, говорю. Да. Все, давай, целую, пока. Пока. Ну что? Ничего. Чужую семью разрушаешь, а так ничего. Мам, хватит, я тебя умоляю. Это не я по бабам бегаю. Но ты это допускаешь. Лена, неужели тебе наплевать на то, что из-за тебя может распасться семья? Может, не такая уж эта семья крепкая, если муж не изменяет. Может, эта семья надо распасться. Господи, что ты такое говоришь? Ну как ты вообще можешь так думать? Но ведь семья самое важное. Правда. Вот скажи, мам, пап тебе не изменяет. Ты ему тоже. Хорошая у нас семья, сильно счастливая. Нормальная семья. Мам, ты только не обижайся. Но лучше бы такие семьи распадались до рождения детей. Лен, ну как тебе не стыдно, а? Мам, мы 100 раз об этом говорили. Будь ты кем-нибудь другим, Сережа, я бы тебе прописал йогу. Она делает человека гибким. А ты, как старый дуб из «Войны и мира», выглядишь страшно, но подвижности-то ноль. Эй, полегче, а то сейчас... Ну, я тебе уж лет 50, как не боюсь. Да. Ты пойми, с 3 позвоночными грыжами в 60 лет на 1 мануалку рассчитывать... Неправильно. Мы уже не мальчики с тобой. На нас, как на собаках, уже... Расслабь ногу. Расслабь, я сказал. Уже давно ничего не заживает. Правильно жена говорила, надо мне было идти сегодня на сеанс. Я забыл, ты как радио тебя пока не выключишь, чтобы болтать до завтра можешь. А что сегодня не так? Плохой день. Просто плохой день. Как-нибудь связано с Антоном? И твое дело. Алло, Лёш, привет. Это Настя из поезда. Да, привет, я узнал. Да. Слушай, Лёш, жених Нины... Андрей? Ага, Андрей. Он погиб сегодня ночью. Настя, ты уверена? Это точно он? Ну вот. Да, слушай, надо к ней съездить, поддержать как-то. Да. Ты знаешь, как отсюда в Сосновку ехать? Конечно, знаю.
Ты со мной? Да, поехали. Давай. Все, ты тогда отдыхай, а ребенок в детском отделении побудет. Татьяна. Здрасте. 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 Мы к девушке пришли. Зовут Нина. А фамилию мы не знаем. Пятая палата наверх. Ага. Спасибо. Спасибо. Привет. Привет. Ребят, я сына родила. Что происходит, ребят? Погиб этой ночью. Это неправда. Настя, скажи, что это неправда. Чего ты молчишь, Настя? Скажи, что это неправда. Ребят, это неправда. Неправда. Спасибо тебе, Лёш. Я бы не смогла и сама сказать. Да я просто рядом оказался. Многие рядом оказываются. Но ты какой-то настоящий, Лёш. Я все думаю, сын родился в день смерти отца. Жесть какая-то. Можно хотя бы свидетельство о рождении другим днем записать. Ну там, в ЗАГСе договориться. Знаешь, Настя, все из головы не идет. Как-то очень странно получается. Андрей о них думал, что-то планировал, сына ждал. Раз Нину к себе позвал, значит, ждал, наверное. Так на тебе, запой. Попёрся с дуру на эту делянку, пилу схватил. А зачем? Долго еще до свадьбы? Не знаю. Кошмар какой-то. Хотя и правда странно. Что ты перебрался в дом Веры Васильевны? Ну, а что тебе? Прости. Ну, значит, теперь сосед. Сосед. Mm. Слушай, а что ты можешь сказать про Королева? Сергея Ивановича? Угу. Ну, он вроде неофициального губернатора, как помещик. Был когда-то депутатом. В общем, он главный человек в поселке. А что? Да так, есть одна мысль. Я тебе лучше потом расскажу. Ну, спасибо, что проводил. Так по пути же. Действительно. Держи. Да нет, ты потом занесешь. Не надо, дождь уже кончился. Ясно. Пока, сосед. Пока.
Ой, слава богу. Я уж думал, валькирия моя прилетела по мою душу. Так это что за хрень? Хрень? Это, между прочим, на чабреце. Хрень. За ним аж из Кутеповки ездит. Слушай, если ты пришел оскорблять, уходи. Я тебе ничего продавать не буду. Дядя, никуда я уходить не собираюсь. А вот тебе придется свалить. А ты вообще кто такой? Я тебя первый раз вижу. Я новый владелец этого дома, этого участка и сарая. Да чего ж сразу ты не сказал? Вот. Первая проба бесплатно, потом как сговоримся. Какая проба? Ты что здесь забыл? Ну, так это самое, дом-то пустой, а у себя мне нельзя, супруга лютует. Я и подумал, что помещению-то простаивать. Тут, как говорится, и овцы целые, и волки, это самое... Все, хватит. А, сворачивай лавочку, дом больше не пустой. Да как же я теперь? Тут же производство развернуто, это же конвейер. Производственный цикл, его прерывать нельзя. Прости, дядя, но дом продается. И сарай тоже. Погоди. Давай договоримся. Я, это самое, забор починить могу. Ну, крышу там подлатать. Проводка у Веры плохая. Еще при ней коротила. Так я заменю. Или нет, слушай, давай по бартеру договоримся. Два пузыря в месяц. А сворачивание производства даю час. Хорошо, да. Ну, так давай три пузыря в месяц. Время пошло. Бачок! Ты куда делся, скотина, а? Замерли. Ты куда дрожжи-то упер? Бачок! Домой не приходи, гнида проказная! Не пущу! Я знаю, ты меня слышишь! Бачок? А, Бачков, Аристарх Петрович. А это Сметанишна, супруга моя. Валькирия. Ну ладно. Раз у вас тут так все серьезно, даю неделю. Ну, а потом не обессудь, Аристарх Петрович. Так это самое! Что, детдомовец? Надо присмотреться. Может, его отсюда обратно отправить? Иди, Паша. Зачем пришли? Я беру тебя к себе работать шофером. Спасибо, конечно, но вам-то это зачем? Кое-кто за тебя просил. Кто? Мама Вера. Она мне этот дом оставила, чтобы я отсюда уехал. А вас, значит, просила наоборот? Жених Нины, Андрей, погиб сегодня ночью. Слушай, надо к ней съездить, подержать как-то. Ты со мной? Конечно, да. Все из головы не идет. Как-то очень странно получается. Андрей о них думал, что-то планировал, сына ждал. Раз Нину к себе позвал, значит, ждал, наверное. Так на тебе, запой. Поперся с дуру на эту делянку. Пилу схватил. Зачем? Правда странно. Все тут знаю. Передумаешь, звони. Сергей Иванович, здрасте.
Я тут подумал насчет вашего предложения. Если оно еще в силе, то я готов его принять. Этого достаточно? Да ты присаживайся. Одного не пойму, Алексей Николаевич. Зачем отцу водитель? Ты его уломал? Никто никого не уламывал. Он предложил, я согласился. Очень интересно. Привет, сестра. Поучаствуй в собеседовании. Здрасте. Здрасте. Значит, говоришь, сирота. Как Оливер Твист? Алексей Куваев, там написано. Да. С чувством юмора у нас ад. Но я же не в цирк устраиваться пришел. А зря. У тебя получилось, ты смешной. Это называется стресс-интервью. Моему брату о нем в институте рассказывали. Ну-ка, ну-ка. До того, как отчислили за неуспеваемость. Ну-ка, дай-ка я на тебя посмотрю. Навальщика ты не подходишь. Лаза слишком умный. В офис тоже не годишься по этой же причине. Ну и кто же ты такой? А теперь, внимание, правильный ответ. Папин водитель. Водитель? Угу. А зачем ему водитель? Слушайте, Сергей Иванович сказал мне оформить бумажки, взять машину и приступать к работе, а не давать интервью. Да расслабься. Считай, первый этап собеседования ты прошел, и мое решение по тебе положительное. А значит, все на него положить. А ты чего пришла, сестра? Соскучилась? А? Б. Ну, за Надей еще рано в школу ехать, дома, сам знаешь. А ты, я смотрю, уже отошел от вчерашнего, да? Дерзишь, смеешься, быстро. Отходчивый ты стал, брат. А тебя что, с утра к причастию не допустили? Услуга трезвого водителя не нужна? А я не пила. Но от водителя не откажусь. Ну еще бы. Алексей Николаевич, карета подана, ключ в бардачке. Вперед. Извините, Антон Сергеевич, но на работу меня взял ваш отец, а не вы. Я должен ему позвонить. Значит, только из армии. Как-то у вас там два года миской брился, да? 5 лет. Год срочный, 4 по контракту. Боже, какая скукотища. Хотя у нас не веселее. А ты симпатичный. Краснеть умеешь. Что ж такой симпатяга забыл в нашем болотце? Вы, Елена Сергеевна, настоящих болот не видели. А ты видел? Там, где я служил, только болото и было. Понятно. Как же мне все это надоело-то, а? Елена Сергеевна, ну это же просто кочка. Да понятно, Лешенька, просто кочка, просто эти дороги, коровы, куры, козлы. В прямом и переносном смысле. А знаете, как бывает? Мечтаешь о чем-то большем, а большего может и не быть. Ну или оно не такое, каким кажется. Ищешь что-то, ищешь. А счастье вот оно, рядом. Только руку протяни. А мы перешагиваем и дальше идем. Надо же. Водитель-философ. Умеешь удивлять. В армии нечего делать было. Валялся, книжки читал. Пока, ребят. Дед! Дед! Мама... А где дед? А сегодня я вместо него.
Ну что, за мороженым в объедайку? Дед говорит, что в объедайке на полю масло мороженое. Ну, если деда говорит, тогда купим в ларьке эскимо. Правда? Три. Да? А если деда узнает? А мы ему об этом не сообщим. Да? А кто это, мама? А это наш водитель, дядя Леша. Здравствуйте. А он нас не выдаст? А мы его сделаем соучастником, да? Прыгай. Что там с Угрюмовым? Да в запое еще. Да ты не переживай, Иваныч. Ну, с ним проблем не будет. И на старуху бывает проруха. Выйдет из запоя, присмотрись. Если он быкует по пьяни, это одно. А если берега попутал, сам понимаешь. А вот и он. Здравствуй, принцесса, как твои дела? Что? Да, да, это правда, Алексей не соврал. Он теперь будет нашим водителем. А что, он тебе не нравится? Ну, поздравляю вас, Алексей. Ваша кандидатура утверждена на самом высшем уровне. Испытательные сроки прошли успешно. Надежда, спасибо большое. Пожалуйста. Ну что, знакомьтесь, моя жена Ольга. Здрасте. Здрасте. Мой заместитель, Павел Павлович. А это Алексей Куваев, наш водитель. Ты нанял водителя? Это неожиданно. Да, я нанял водителя, потому что мы можем себе это позволить. Я, наконец, смогу выпить в ресторане. И почему не дать хорошему человеку работу? Да, Куваев, ты ведь хороший человек. Надеюсь. Хорошо, если обед готов, все к столу. А тебя поздравляю с первым рабочим днем. Спасибо. До завтра. Ну что, как тебе, пацан? Я единственного не пойму, Иваныч, зачем ты его взял к себе водилой? По мне, так продал бы свой дом и валил бы куда подальше, чтобы имени его забыли. Нет, Паш, так нельзя. Я же не знаю, что он знает и что он еще может узнать. Надо держать его под боком. И потом, как ни крути, а я его должник. Пообедаешь? Спасибо, сыт. Ну, хорошо. Калитку захлопну. Алло, Настя? Привет. Слушай, мне завтра в город нужно по магазинам одежды купить. Может, поможешь, а? Ну, посоветуешь что-нибудь. Отлично. Тогда я завтра за тобой заеду. Ага.
Чувачок, я что-то не понял. Ты что, проводку тянешь? Тебе ж съезжать скоро. Ты не кричи, ты посмотри. Провод отличный. Сарай решил начать, ну, чтобы примириться. А потом по всему дому проводку поменяю. И будет не дом, а это самая кремлевская елка. У кого спер? Обижаешь? У Сосновских на трехлитровку выменил. Христом Богом прошу, ну не губи ты бизнес. Проводку все равно менять придется, так я и поменяю. И к тому же я еще и за аренду платить буду. Я вот, как увидел тебя, так сразу понял. С гонором, пацан, кусочек, как волчонок, но душа добрая. А когда душа добрая, так ее ничем не спрячешь. Никаким гримом не замажешь. Наивный ты, бачок. Сквозь розовые очки на людей смотришь. Не, не скажи. Я людей нутром чую. Нутром? Да нет, скорее всего, никакой души. Ни злой, ни добрый. Есть только обстоятельства. И наша реакция на эти обстоятельства. Если она кому-то нравится, значит, мы добрые. А если нет? По-всякому, в общем, бывает. Ладно, пойду я. Слушай, а ты же вроде в Твери хотел остаться. Почему тогда Королёва устроился на работу? Лето перекантуюсь, в институт поступлю, там видно будет. Класс. Спасибо. Слушай, мне тут один вопрос покоя не дает. Какой? А кто тебя должен был встречать тогда на станции? Антон Королёв. Антон, прости, это, конечно, не мое дело, но он тебе кто? Друг детства. Просто друг? Да. Ну что, поехали домой? Поехали. Настя. Послушай, я... Что? Не надо. Вот и я говорю, не надо. Всего 3 дня знакомы, уже целоваться лезешь. Не стыдно? Нет. Ну что, поехали. Ну что, Настя, спасибо. Тебя, наверное, уже заждались. Да. Я пойду. Давай. Привет, Туш. А вы разве знакомы? Ну да, мы в поезде вместе ехали и познакомились. А сейчас куда ездили? Да так, нужно было в магазин. А что? Да нет, ничего. Настя, как и обещал, единственный концерт в Твери. Следующая пятница. Пойдем? Конечно, пойдем. Спасибо.
Выйди. У тебя все в порядке? Ты не обознался? Не понял. На моей машине мою девушку катаешь? Ну, вообще-то, это не ваша машина. Это машина вашего отца. Это машина моей семьи. А Настя – моя девушка. Странно, потому что она мне об этом ничего не рассказывала. Я тебе рассказываю. Держи дистанцию. Лена, ты и дальше так жить собираешься? Ага. А не надоело шляться где угодно, с кем попало? Не надоело семью позорить? Я могу уехать, чтобы тебя не позорить. Легко. Разве кто-то держит? Хоть сейчас. Только Наденька останется здесь. Только умеешь что давить. Давить? Да. Я тебя давлю? Я тебе все дал. Я тебе обеспечил жизнь. Ты пока училась, жила как хотела, свободно. В такой судьбе другие могут только мечтать. Какой парень тебя замуж брал, с какой семьи. А ты что, с третьего курса вернулась брюхатая неизвестно от кого? Это моя жизнь. И как хочу, так с ней и поступаю. Ты глазками-то не сверкай. Ты с собой можешь делать, что хочешь, а с внучкой я тебе не позволю. По тебе прекрасно видно. Чему ты ее можешь научить? Будешь продолжать в том же духе, лишу родительских прав. Лишит он меня родительских прав. Папочка. Ну давай. Давай, лиши. Елена Сергеевна? Привет, Лёш. У вас все в порядке? Что? А, да, я в порядке. А ты чего? Почему ты не спишь? Ну так, проветриться решил, прокатиться. Может, вас домой проводить? Нет, спасибо. Домой я сейчас точно не хочу. Давай выпьем. Ну, давайте. Только пойдемте ко мне, что на улице торчать. За что выпьем? А давай, знаешь, за что выпьем? За большой, большой, красивый мир, который мы однажды увидим за любое другое место. А мне здесь хорошо. А ты много где бывал? Да нет. Питер, Карелия, еще пару мест. Но это же не главное. А что главное? Ну, я так сразу не скажу. Ты попробуй. Ну, мне кажется, главное не где, а как. Вот сейчас многие хотят в город уехать. Я это понимаю. Но, с другой стороны, что город? Что там, люди другие? Ой, нет, Лёшенька, город очень сильно меняет людей. Да никого ничего не меняет. Если человек нормальный, то он везде нормальный. А если плохой, то и в селе, и в городе. Ну так-то оно так, но просто в некоторых местах плохие люди не скрывают, что они плохие, потому что знают, что им за это ничего не будет. А другие знают, что их не поймут, боятся и притворяются. Ну а что толку, если человек все равно сволочь? Какая разница, кем он там притворяется? Ну так приятнее.
Ты все прекрасно знаешь про человека, но просто... Самообман какой-то. Никогда этого не пойму. А тебе не надо. Спасибо. Ну, будем? Давай. Где? То есть ты говоришь, главное как? Да. Но ведь у каждого свое представление о том, как должно быть. Не, мы на самом деле все думаем одинаково. Просто делаем по-разному. Ну, все ж просто. Сделал, отвечай. Ошибся, должен быть наказан. И если быть честным с самим собой... Леша! Идеалист, ну послушай, что ты говоришь? Мы честным самим собой. Да всем плевать. Люди ради чужого куска, ради денег, да ради того, чтобы у соседа трава не росла, готовы такие мерзости творить. Понимаешь? Да. Что да? Но мир-то они видят, правильно? И говорят правильно. А делают, ну, как удобно. А как удобно... Это не всегда правильно. Не зря же говорят, правда глаза колют. То есть ты всегда. Что? Поступаешь правильно. Стараюсь. Вот за это и выпью. Тост. А, да. За правильные поступки. Елена Сергеевна. Доброе.